Ребятки, всем привет! Опять я объявилась. Извиняюсь, что так надолго пропала, что-то у меня была депрессия. У меня была, я не могла вообще ни к чему. Вообще не было никакого настроения что-то начать, что-то себя разогнать, что-то вот как-то, не знаю. Какая-то вот у меня депрессия была. Пока я вот как-то вот вылезла. Ну, еще не совсем я как-то вот с этого вылезла. Ну, стараюсь как-то сама, без всякой помощи. Ну, вроде бы ничего, сегодня еще более-менее у меня настроение такое. А то было вообще не очень. Что я хочу? Сейчас уже оделась, я вся в черном прям такая. Как настроение, да, депрессионное такое, блин, и так и вырядилась. В общем, мне с 12 часов на работу, у нас сейчас пол 11, я не знаю, чем заняться дома. Уже все сделала и приготовила кушать, что и порядок сделала, в общем, все сделала и решила пойти, думаю, прогуляться, чтобы как-то развеяться. На улице вроде бы у нас погода ничего хорошая, солнышко плюс 5, но у нас неделю стояла минусовая погода, была минус 9, минус 6, 7, минус 9, в общем, снег был. Вот, и сейчас вроде бы снег растаял и потеплело, и настроение как-то появилось, вот. Ну, а перед Рождеством было так, что у нас я стресс на работе, тем более у меня работа, место поменялось. И надо было все вот это вот с компьютером как-то что-то, это все это войти в систему. И подготовка к этому Рождеству, подготовка к этому Новому году. И это полностью стресс на работе, стресс дома. И в общем, у меня вообще была катастрофа. Ну, сейчас как-то вроде более-менее, в общем, посмотрим. Смогу ли я полностью оттуда вылезти, с этой депрессии. Так, ну а сейчас хочу пойти прогуляться. Не знаю, правда, куда и как. Или я пойду пешочком куда-нибудь, или я поеду на машине. Я не знаю, куда, как. Пойти на люди, пойти прогуляться, что-нибудь посмотреть и себя показать. Что я такая есть еще тут. Да? Все. Значит, в путь. Да, я, в общем, вся в черном. Кстати, у меня и джинсы, у меня только тапочки белые, кроссовки. О, вся в черном, белые кроссовки, нормально. Все, отправляемся. Все, я в машине. Сейчас, например, в общем, решила все-таки на машине поехать в другой один магазин, там прогуляться немного. Так, а что у меня так новенького было? Да ничего. Кроме того, что у меня было вот это состояние, что я не хотела никого видеть, я не хотела ни с кем разговаривать, не знаю, вроде бы в семье все нормально, все хорошо, но вот как-то не знаю почему я, откуда это все. Вот. Так, мою что-то я сижу не так, у меня муж ездил на моей машине, и я сижу что-то не так, мне нравится, надо будет потом как-нибудь на стоянке сейчас сиденье переставить, когда муж ездит, он поставит под себя, а я потом, блин, не знаю, не могу найти свою точку этого сиденья. Так, все, будь дорогу. Вот такое вот у меня было состояние, в общем, что я ничего не хотела, никого не хотела видеть, абсолютно ничего. Но с этого состояния как-то нужно вылазить, потому что жизнь не имеет никаких красок потом. Вот так вот. Но это действительно так. Жизнь не имеет никаких красок. Мне кажется, я не знаю, из-за чего. Мне кажется, это все равно из-за работы. Вот это вот то, что я поменяла. И
другая ответственность. Может быть, из-за этого я себя, вот где я работала, я расставляла продукты. И в том же магазине я и работаю. Но когда я расставляла продукты, у меня совсем, я с другими людьми работала. И я там себя чувствовала, знаете, как вот моя вторая семья. Здесь, где сейчас я работаю, там коллектив совсем другой, совсем другие люди. И я не знаю, я не могу войти в этот коллектив. И я не могу, я чувствую себя не в своей тарелке. Я каждый день с этим борюсь, что, Оля, тебе нужно это преодолеть. Я не знаю, вроде бы все такие, как сказать, липнет, вежливые, да, все вежливые, все вроде бы так, все нормально, все это, но вот не знаю почему, вот как-то я не чувствую себя свободно, я не чувствую себя в этом коллективе, как-то вот, и я чувствую себя скованно там. Может быть, когда то, что имеет еще значение, когда я работала на продукты расставляла, да, там, значит, там мы ходим по всему магазину, и ты общаешься со всеми, вот со всеми, кто работает в магазине, ты со всеми потом общаешься, ты всех видишь, ты улыбаешься, ты шутишь, и ты по всему магазину ходишь. Это пространство, может быть, имеет роль, а в булочной там ограничено, да, ты только вот этой булочной находишься, там мало места, и, может быть, поэтому я вот как-то себя теперь чувствую так скованно, как-то зажато, я не знаю, ну вот как-то вот так вот, для меня немножко сейчас тяжеловато. Еще и вот с этим как-то нужно побороть это в себе, чтобы как-то вот преодолеть это. Иначе меня поставят обратно. Я буду раскладывать продукты 4 часа и опять отправить 4 часа потом в булочную. Я не хочу. Я хочу на одном месте работать. Вот. В общем, вот так вот. Такие дела. Меня все считают меня сильной, все на работе считают, что я сильная, что я много чего умею, но они не видят, что во мне внутри, да, потому что на работе ты не показываешь, да, это ты не можешь сказать: шеф, я себя не чувствую здесь, да, свободно с вами, да. Он скажет: ну тогда иди обратно, вот и все, сюсюкаться с тобой не будут. Ничего такого делать тоже не буду, там чуси-муси-муси. Да, это работа, это не детский сад. Ну вот так вот, сейчас у нас 10:30, мне 11:30 надо на работу ехать. Пока я себя переоденусь, я с 12 работаю, и пока я себя переоденусь, в общем, куда мне машину поставить, что я туда поехала вообще? Старички, ну ёшкина-гобалка, ну давайте отойдите в сторону, пожалуйста. Так, стоп. Блин, ну ты посмотри, тут такие вредные эти старички, а? Ёшкина-гобалка. Стали посередине, не хотят в сторону отходить, чтобы проехать. У нас шикарная погода вообще сейчас. Сейчас просто солнышко ушло, а так вообще у нас солнышко светило, классно. Я в самом начале, всю стоянку, в общем, я всю стоянку проехала, и в самом начале стоянки, когда заезжаешь, я поставила машину. Ну ничего, что-то я, по-моему, не укрыла. Ну конечно, что такое? Так, все, сейчас, может быть, я посмотрю. Слушай, может быть, приобрету для Марселя. А вот мой микрофончик, который я дома искала. Так, слыхать, может быть, меня будет очень плохо. Он, наверное, уже севший, да? Он у меня уже вечность лежит тут в машине. Так, все. Мне так больно ничего не надо, я пошла.
такие ботиночки классные. Светлые, теплые, классные. Вообще люблю вот эту марку. Томми Джеймс. Обожаю эту марку. Я не знаю, мне в принципе так ничего не надо, но вот просто хотела прогуляться. Сумочки интересные. Рюкзаки. Такие разноцветные. Прикольно смотрятся. И цветочку. Ну, интересно смотрится. Это вообще мех. Такой классненько. Прикольно. Так, манго. Отдел манго. Я не очень люблю этот отдел манго. Не знаю, что-то все какое-то не очень. Курточки такие. Как называется, косухи или как, не знаю. Вот тут кожаные, интересные, кожаные. Блин, штанишки коротенькие, да, такие. Они укорочены, они не будут совсем длинные такие. Как пилоты, да, наверное, такое вот. Поправьте меня, если я говорю неправильно. Я уж не такая прям умная, чтобы так прям применять такие слова умные. Юбки, мини-юбки, что я вообще не люблю. Длинные юбки еще ничего, а вот мини-юбки вообще. О, смотрите, какая классная. Это такая безрукавочка. Интересненькая. О, сколько вообще такая стоит? Стоит 50 евро. Гос М. Пойти померить, что ли? Да? Я, наверное, сейчас пойду померю. Такая интересная. Сейчас я вот это. Вот такая вот куртку я тоже себе покупала. Вот эту. Ну, вот эта коричневая. Длинная. Тоже себе брала. Вот это что? Тоже какая-то такая интересная. А, такая это. А, тоже 50 евро. В общем, сейчас посмотрю. Что я себе ищу? Я ищу себе вот такой вот уже плащик. Уже давным-давно. И все не могу себе подходящий найти. Тоже ничего, такая дубленочка. Да. Тоже можно взять, померить. И, Оля, зима уже проходит, а ты смотришь... эти, это вообще что-то. Так, что я хотела? Я хотела вот эти, думаю, посмотреть, померить кожаные. Ой, это 40 размер, но я утону в нем. 36, вот. 36, посмотрим сейчас. 36 или 38, наверное, 36. Я возьму обои, не знаю. Померяем. Так, посмотрим, что еще может быть. А тут тоже какие-то другие. Упс. Какие-то другие есть. Такие как леггинсы. Они как леггинсы, такое. Зауженные снизу. Так, взяла-то. Посмотрим. Что тут, какие-то кофты такие. Так, пойду, наверное, сейчас я примерю вот это, а потом, может, еще пошмакать я в ковюсе. Вот эти курточки тоже мне нравятся, такие модненькие, классненькие, черные, зеленые есть, да. На 39 евро стоит. В общем, такая вот курточка. Так, все. Я примерила, в общем, эти штаны.
Ой, не знаю, здесь такой цвет, я говорю вообще. В общем, такие вот штуки. Слыхать меня, конечно, плохо, да? Они, я не знаю, видите, они какие-то комичные. Были бы они длиннее. Да? Были бы, знаете, такие подлиннее, они, а то он какие-то, я не знаю, какие-то интересные. В общем, вот такая вот. А вот без рукавочка мне просто нравится, шикарная. Вообще такая резиночка. Она шикарная вообще. Мне нравится. Но, блин, у меня столько без рукавок дома, я не знаю. Я страдаю вообще без рукавками. Я люблю без рукавки. Вот. Люблю без рукавки, в общем. Я не знаю. Но я ее повешу, сколько 50 рублей. Тора, она стоит 50 евро. Классно. Рукавка. Оля, она тебе нужна? Да нет, нафиг, блин, дурски. Вообще. Так она шикарно смотрится, но... Я не знаю. Не нужна. У меня столько без рукавок висит. Дома 3 штуки. Ё-моё. И укороченные, и длинные. И блиндерские. Так уж... Ну, шикарно смотрится вообще. Классненько. Мне прям сейчас расстаться с ней будет очень тяжело. Но штаны мне не нравятся. Вообще, не знаю вообще, что это вообще за такое, хака какая-то это вообще. Просто ужас. Смотрится на мне. Ужасно смотрится на мне просто. Худая спичка. Глиста какая-то. Так, все. Снимаю это все. Мне нравится. Кофты. Это даже, можно сказать, не кофты, а как куртки. Они такие теплые. Можно цветные, разные тут. Такие. Интересно. Ну, подлиннее такие. Конечно, не мой. Такая 160 евро. Не мой стиль. Не люблю такое. Так, идем дальше. Тоже ничего такая, да? Ветровочка. Прикольненькая, смотрится вообще. Такие штаны. Смотри, тут вот ангиботы у нас есть. Вставляют что-то детское. Чемоданы не нужны. Чемодан есть. А лыжи тоже не нужны. Тут лыжи у нас всякое такое продается. Тоже не надо. Я вот хожу, не знаю. Для меня что-то вообще... Когда ничего не надо, просто вот ты вышел просто прогуляться. И все. Такая вот сумка, если куда-то ехать, да, много вещей не брать. Сколько такая стоит? Ого,
319 евро. Такая, ну это фирма Йоп. Очень дорогая. Теперь я спустилась вниз в отдел, где вся вот такая вот посуда и всякое такое. Хочу просто, может быть, что-нибудь присмотрю. Кастрюля. Мне вот такой вот нравится. Но мы взяли другой. Вообще такая вот классная. Вот это. Так. Так, мне бы с моим рюкзаком бы ничего не снести. Такие кружечки классные. Чай. Ой, смотрите. Черно-белая, да, и бабочка такая розовенькая. Интересная кружка. Для тех, кто любит кошек. Я люблю кошек, но не у меня дома. Вот так вот. Я бы хотела у себя поменять масленицу. Так вот, что-то я зацепила уже, блендерски. Вот все белое. То, что я обожаю. Вот они, масленицы. Для масла, да? Вот такие. Надо, чтобы тут сверху была как ручка, что ли, знаете, такая, чтобы брать. Чтобы не, чтобы так. А тут нету почему-то. Стаканы красивые. Да. Бокалы красивые. Ух ты. Сразу с такой ситочкой. Красиво. Такой вот. Ну что-то зелененькое такое, да? Вот так. Вот так тоже. Так, вот еще одна масленица. Ну, вот, блин. Вот еще такая масленица, но тоже здесь, а сверху как ручки нет, было бы классно. Ну, так тоже ничего. Сколько такая? 30 евро. Такая вот. Это белая такая посуда. Здесь тоже похоже чайничек, только белый. Сразу заварник. Да, туда свечка вставляется, да? Туда вот так свечка вставляется. Такие кружки тоже интересные. Красивые. И есть еще такие побольше. Действительно, блин. Кружка как кружка. Обалдеть. Вот эти вот прикольные смотрятся. Такие вот. На вот эту вот я уже давненько просматриваю все.
это что, масло, да, туда? Оливковое масло или подсолнечное масло, да, такое. Я уже давно присматриваюсь к вот этой штучке. Она мне нравится. Стоит 19 евро. В общем, такая вот. Мне она нравится. Пройдемся по рыбному отделу, посмотрим. Разная рыба. Ну что, ребятки, я прибыла на работу, уже оделась, вся вот в белом, да, в общем, будет у меня марш-бросок сейчас, отработаю свое. У меня сегодня шпецшихт, я сегодня до 9 вечера буду работать, так уж встретимся с вами уже вечером, все, мои хорошие, до вечера. Так, ну что, все, я отработала. Выхожу. Взяла вот такие вот, не знаю, фруктовое что-то. Марсель, он любит у меня такое. Так, мне нужно дверь открыть, чтобы выйти. Все, прелесть. На улице темно. Все. На улице темнота. 9 часов вечера. Так, я надеюсь, ворота у меня там не закрыты. Это уже у меня было такое, что я выхожу с работы, в машину выезжать, а у нас ворота на стоянке уже закрыты, и все. Мне пришлось этого искать, нашего security искать. Ну, вот, и, ну, я надеюсь, не закрыто, не знаю. Но если закрыто будет, мне придется опять заходить. Но я не знаю, закрыто, не закрыто. Блин, что-то не вижу. Что-то не вижу я. Шо там закрыто, не закрыто. Непонятно как-то. В общем, все отработало, все нормально, все хорошо. Надеюсь. Потому что никаких ошибок нет и ничего такого, в общем. Еще какая-то тут машина стоит. Значит, ворота, наверное, открытые. Раз тут какая-то машина стоит, еще заехала. Стоит как-то. Ни сям, ни там. Вдоль поперек как-то так. Уселась я. Надеюсь. Молимся, чтобы ворота были не закрыты. Значит, я не выйду со стоянки. Да? Так. Не ключи. Мама мия. Мама мия. Так. Чекаем. Духовку я выключила. Духовки эти всякие. Там закрыла холодильник, телефон на место положила, подготовила на цитель на завтра. Все. Все, да. Все, все я сделала. Все, Оля, ты молодец. Домой. Едем, значит, домой. Надеюсь, что
надеюсь, что у меня могу сейчас выехать. Сейчас будем смотреть. Так, что-то у меня протяжено. Криво. Что-то за машина стоит. Так. Какие-то заехали сюда. Смотрим. Открытые ворота. Ну, смогу я выехать. Да, все. Теперь прямиком домой. Чай попить. На диван пижаму одеть. На диванчик и отдыхать. 8 часов отработала. Все. Еще дождик. Так, ну что, ребятки, буду я на этом с вами прощаться. С вами встретимся, я не знаю, когда я смогу уже опять выйти с вами на общение. Потому что каждый день я тоже не делаю, не загружаю видео на свою страничку. Так уж, ребятки, всех я вас люблю, целую. И встретимся с вами в следующем влоге. Все, пока, мои хорошие. Пока-пока. Trying.